Здравствуйте, меня зовут Цуканова Ольга, я основатель и главный консультант магазина париков «Накладных волос Парик.ру». Хочу вам представить модель из натуральных волос. Паричок называется Лейла, фирмы «Элегант». Это фабричный Китай, волосы идут 100% натуральные, с добавлением небольшого процента термоволокна, чтобы парик держал форму. На макушке идет имитация кожи головы по всему верху. Можно перекладывать пробор на любую привычную сторону. Вот смотрите, как это смотрится. То есть, если сверху кто-то будет смотреть на макушку, никто не заметит, что это у вас паричок. Волосы здесь мягкие, хорошие, вот такие кудрявенькие. Паричок похож на Эдиту Пьеха, такой вот формой интересной. Сейчас могу померить его на себя, посмотрите, как это будет смотреться. Надеваем, как обычно, хлопковую сеточку. Собираем все волосики. Повторюсь, у кого есть волосы, она придерживает волосы. Если нет волос, то сетка дает шероховатую поверхность, чтобы парик не соскальзывал с головы. Парик регулируется по окружности головы крючками и петлями. Прикладываем на середину лба, упираемся и натягиваем. Все волосы подбираем вовнутрь под парик, чтобы не было видно. Сетка также не должна быть видна под париком. Вот, освобождаем ушки, поправляем и расчесываем. Данная модель может быть накручена еще больше. Если хотите, можно профилировать челку, придать объем, расчесать, уложить, как бы пригладить. То есть, как хотите, как вам больше нравится, так можете ее укладывать. Вот. Ну, смотрится это с затылка, вот с обратной стороны, вот таким образом. Можно пользоваться лаком, пенкой, гелями, спреями, все, что как с натуральными волосами, также можете и с этим паричком. Заходите к нам на сайт, выбирайте парички.